Uzbek Tigers. Несмотря на то, что вечер субботы был достаточно прохладным, в спорткомплексе «Узбекистон» напротив температура зашкаливала. Виной всему матч-реванш, собравший полные трибуны, нескончаемые аплодисменты из самых титулованных боксеров Центральной Азии. Первыми на ринге в рамках пятого тура всемирной серии бокса встретились дебютант казахстанского клуба Дильмурат Меджитов и бронзовый призер чемпионата мира 2013 и четырехкратный чемпион Узбекистана Эльнур Абдураимов, представляющий «Узбек Тайгерс». На глазах у болельщиков разразилось настоящее противостояние спортсменов, выступающих в весовой категории до 64 килограммов. По итогам боя наш боксер победил со счетом 3-0. Не было легких раундов, каждый был сложным, но победить удалось именно благодаря наставлениям моих тренеров. Соперник был сильным, некоторые удары смогли вывести его из равновесия. Я, конечно, доволен своим выступлением. У вас такая обстановка, хорошая поддержка. И мне трудно было боксировать под эту поддержку, вашу такую поддержку. Бой был хороший, он тоже хороший спортсмен. Уже второй сезон выступает, не проигрывал еще. Хороший боксер. Поздравляю его победу. Затем честь нашей команды отстаивал Абдулхадж Рахматов. Соперником которого стал чемпион азиатских игр Илья Сулейменов. На первых минутах казалось, что встреча идет в спокойном темпе. Однако уже в третьем раунде спортсмены перешли в открытый бой. Несмотря на рассечение брови, полученное в результате мощного удара от соперника, нашему боксеру все-таки удалось одержать победу. А на ринг вышли наш соотечественник Исраил Мадримов и представитель казахстанской команды Сапарбай Айдаров. Мадримов показывал блестящую атаку и не давал противнику наносить ответные удары. Итог боя 3-0 в пользу Мадримова. Между тем, в весе до 91 килограмма Захриддин Махкамов уступил боксеру Астана Арланс Антону Пинчуку. Казахстанец оказался более техничным, что помогло ему принести в копилку своей команды первую и единственную победу в этом этапе. Последним и, наверное, самым ожидаемым боем вечера стало сопротивление между чемпионом Олимпийских игр 2016 Хасанбоем Дусматовым и опытным казахстанцем Тимиртасом Жусуповым. Ранее Дусматов уже дважды превосходил соперника. Не исключением стал и этот бой, где представитель «Тигров» превзошел Жусупова со счетом 3-0. Отметил, что после пяти туров «Узбек Тайгер» занимает второе место в группе «Си». Что касается «Астана Арланс», то здесь можно сказать, что боксеры уже обеспечили себе выход в плей-офф, победив «Патреон Боксинг Тим». Ну а 22 апреля отечественный клуб проведет гостевой матч с российской командой «Патриот Боксинг Тим». We'll be right back.
Узбек Тайгерс.